Здравствуйте, меня зовут Халида. Я приехала из Казахстана. Хамеда Дильбера я нашла по Инстаграму. В 2018 году я попала к нему на прием. Сразу же сделали операцию. Я очень довольна результатом. 5 лет прошло после операции, никаких проблем, все идеально. И я рада, что я выбрала именно этого врача. Я выбирала много врачей, но остановилась именно на нем. Мне понравились его работы. Поначалу, да, я очень боялась, но сразу же после операции у меня был результат идеальный. Проблем не было на протяжении 5 лет. И надеюсь, дальше не будет. Первое, что я должна была сделать, это я должна была посетить своего врача. Каждый год я посещаю его. И спустя уже 5 лет решила еще раз навестить его. И это будет, конечно, не последний раз. Советую только его. Я хотела бы им посоветовать: не бойтесь, рискуйте, делайте. Это того стоит. Больница была шикарная, на высшем уровне. Обслуживание было на высшем уровне. Врач мой самый идеал, можно сказать. Нет, вы знаете, сразу же после операции я проснулась нормально. После наркоза я сразу хорошо отошла. На следующий день без никаких отеков, без синяков, без ничего. Все было идеально. Я советую, не знаю, по своему личному опыту. Вы сейчас сами видите результат. Прошло 5 лет, никаких проблем, все идеально. Я советую только его. Девочки, не бойтесь, делайте, рискуйте, вперед. Желаю всем удачи.